Добрый день, уважаемые посетители! Сегодня мы начинаем наше знакомство с экспозицией Музея обороны Брестской крепости. Ее первый зал посвящен истории строительства крепости, ее модернизации и участию в событиях Первой мировой войны. В зале можно увидеть множество интересных экспонатов. Мы же с вами поговорим об одном из них. Найденный много лет назад Георгиевский крест – один из экспонатов Музея обороны Брестской крепости. Предмет из большой коллекции и его судьба стали сюжетом первого ролика, появившегося на официальном YouTube-канале «Цитадели» и в социальных сетях. У нас в мемориальном комплексе, конечно, тоже пусто сегодня, и людей практически нет. Вот. И для того, чтобы оставаться на связи с нашими посетителями, мы решили перейти в такой интерактивный онлайн-формат, чтобы рассказать о нашем музее, чтобы как-то привлечь посетителя после окончания всех этих ограничительных мер, чтобы люди заинтересовались, чтобы люди приехали. Ну и так, собственно, родилась эта идея. Мы приняли решение не полноценную экскурсию проводить там, часовой длины, а сделать серию небольших роликов, где будет рассказ конкретно о том или ином экспонате. Работа с онлайн-гостем сегодня для сотрудников крепости в приоритете. В сложившейся ситуации количество посетителей резко сократилось, но увеличились просмотры в сети. И в этой обстановке деятельность была переориентирована, в том числе и для расширения географии посетителей. За каждым кадром большая кропотливая работа целой команды профессионалов. Минимум сопутствующей информации, максимум фактов о конкретном экспонате. Сюжет рассказывает историю появления предметов коллекции, в отдельных случаях о тех, кому принадлежали эти вещи. 10 предметов мы покажем. Вот, если данный, скажем так, формат будет интересен нашим пользователям, нашим посетителям, возможно, в перспективе мы расскажем и об экспонатах в других наших музейных экспозициях. Пока что сконцентрированы на Музее обороны. Интригующее начало и не менее интересный сюжет. Благодаря 4-минутному онлайн-общению каждый гость может узнать много нового и интересного. По крупицам ученые вместе с командой операторов и режиссеров раскрывают малоизвестные факты об уникальных экспонатах и людях, чьи имена, благодаря таким проектам, зазвучали громче в большой истории. Найденные останки погибших в годы Первой мировой войны воинов сегодня покоятся здесь, в братском захоронении на гарнизонном кладбище города Бреста. Георгиевский кавалер был похоронен в отдельной могиле. Так, спустя 100 лет имя Афанасия Кирилловича Копытенко и его подвиг стали историей, которую сегодня рассказывают посетителям Музея обороны наши экскурсоводы.